27 мая в зоопарке пополнение. Вот такое маленькое чудо появилось на свет. Правда, с самого начала у олененка были трудности. Его рождение пришлось на самый пик дождей. Но мать олениха заботилась о нем и все дождливые дни прятала в домике. Родители самка Лана и самец Пика в зоопарке уже 2 года. Но фортуна им улыбнулась лишь недавно. Правда, девочка или мальчик их детеныш точно неизвестно. Слишком маленький срок у зверушки. Забота у матери оленихи сейчас прибавилась лихвой. 4 месяца она будет выкармливать своего отпрыска. Малыш в прекрасном состоянии, говорится, родители, мама олениха тоже в прекрасном состоянии. Поэтому мы готовы показывать нашим посетителям малышей и радовать. Новым обитателем в мире зверей стал не только олень обычный, но и 4 волчонка. Их день рождения приходится на начало мая. Но в отличие от олененка, детеныш волка не останутся в парке Победы. Волк, у него есть особенность, если территория не позволяет, самец никогда не примет дополнительного своего вольера еще малышей. Имя новым жильцам зоопарка еще не придумали. Поучаствовать в этой акции сможет любой желающий. В скором времени будет объявлен конкурс на лучшее имя для новорожденных. Ирина Милованова, Иван Дацунов, АТВ «Ставрополь».